Добрый вечер! В эфире снова Акьярская студия телерадиовещания. Выпуск новостей. С последними событиями из жизни района вас ознакомят наши корреспонденты. В студии с вами я, Гульгина Сербаева. Долгожданный Новый год, которого все ждали с нетерпением, уже позади. Однако чудесные превращения, праздничные мероприятия продолжаются до сих пор. На днях Акьяр пережил настоящее нашествие Дедов Морозов и Снегурочек. Здесь стартовал ежегодный конкурс на лучших Деда Мороза и Снегурочку. Красные носы и щеки тут самые настоящие, грим не потребовался. Перед конкурсом Деда Мороза успели по-настоящему замерзнуть, согревались не горячительными, а кричалками. А как мы проведем Новый год? Молодцы! Весело! Давайте! Весело! Весело! Молодцы! Количество долгожданных героев Нового года в этом году внушительное. Главного волшебника без конкурса не определишь. На сцене выбирали самого шустрого, самого громкого и веселого. У Снегурочек свои конкурсы. На протяжении всех игр Деда Мороза радовали детей. Участие в борьбе за звание самого-самого мог принять любой хайблинс, независимо от пола и возраста. Главное условие – фантазия и умение перевоплотиться. По словам организаторов, лучшего Деда Мороза выбрали с трудом, ведь достойных, как показал конкурс, оказалось много. Тем не менее, самыми лучшими зимними волшебниками этого года были признаны Дед Мороз и Снегурочка села Янтышево и поселка Целинное. Шаулы Каргылуы һәм Кыш Бабайы. Без был конкурс да Йылхаймка катнашабыз. Янтышаулы шундай дәртле халык, безнең Лена Фуат кызы дәртләндереп тора. Һәм без шундай ярышларга гел дә катнашып, килеп, кешеләрне карап, үзебезне күрсәтеп йөрибез. Кешеләрне кыландырып, аларга дәрт биреп. Шул инде бу конкурста уже не сел катнашабыз кыш бабай. Данлыклы кыш бабай дип исемен алырга уйлыйбыз инде, Аллаһа. Яхшы булды. Ну, келесі жылда тоже тырышырға өз беребіз енді қатнашарға тырышамыз. Біз Хақмар Назарғұл ауылынан келдік, тәуге тапқа қатнашамыз. Кесе бик оқшаны, Алла берһа шулайтып қатнашарға нәсіп болсын енді. Загадать желание и рассказать о нем Деду Морозу смогли все дети на празднике. Волшебники пообещали, сбудется обязательно и разошлись по своим новогодним делам. Фаниля Баширова, Зуфар Алибаев, Айнур Ахметов, служба новостей. Наступающий год мы начали с отдыха. Ну а сегодня, после 10-дневных новогодних выходных, хайбурнцы приступили к тяжелым трудовым будням. Ну а школьные каникулы продлятся еще до 16 января. В эти дни для ребят организованы различные мероприятия, чтобы скрасить отдых и сделать его более активным, познавательным для всех. Согласно графику, во время школьных зимних каникул в районном центре проходят соревнования по зимним видам спорта. 4 и 6 января на хоккейной площадке села Бурибай прошло первенство района по хоккею среди команд сельских поселений на призы ООО «Тепловик», в котором приняли участие команды сел Акьяр, Бурибай, Татарузяк, Подольск и Янтышево. В ходе двухдневных баталий чемпионами района стали хоккеисты деревни Янтышево, на втором месте хоккеисты Татарузяка, на третьем – поселка Бурибай. 8 января там же, в Бурибае, прошли соревнования по хоккею на Кубок района. Выиграв в полуфинале, в финале встретились команды села Бурибай и Акьяра. Выиграв со счетом 3-0, обладателями кубка стали хоккеисты села Бурибай. В соревнованиях среди школьников, если на турнире в Акьяре лидировали юные хоккеисты Бурибая, то в Бурибае одержали победу воспитанники второй школы Акьяра. Также в рамках декады спорта и здоровья прошли соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу с участием школьников, студентов и рабочей молодежи. А 9 января в культурно-оздоровительном комплексе села Акьяр состоялось первенство района по легкой атлетике на призы зимних каникул среди учащихся по двум возрастным категориям – учащиеся 99-2000 года рождения и 2001-2002 года рождения. В программе соревнований были забеги на 300 и 600 метров. Состязались в быстроте и ловкости более 20 учащихся. По окончании соревнований сильнейшим были вручены грамоты. Продолжает свою работу и уличный каток райцентра. За время новогодних каникул каток стал излюбленным местом отдыха как для детей, так и для взрослых. Поток посетителей здесь не прекращается. Почувствовать себя Евгением Плющенко, покататься с ветерком или просто поморозить нос, сюда приходят десятки школьников Акьяра. Скрежет коньков, шутки, падения и снова шутки. Для любителей катания на коньках зима – настоящий праздник, ведь это долгожданный сезон массовых катаний.
На улице ниже 10, а на катке жарко. Быстро темнеет, мороз безутешно пытается одолеть подвижную толпу народа, но не тут-то было. На каток с каждым днем прибывает все больше хайбрунцев. Мне нравится этот каток, дает детям удовольствие кататься. Каждый день катаюсь. Мне нравится этот каток, потому что здесь катаются дети. Все жители района могут бесплатно прийти покататься. Это и традиция, и официальная позиция. Дети не должны платить за лед. Мне нравится этот каток, потому что здесь всем детям нравится здесь кататься. Любители массового катания ждет не только подготовленный специалистами лед, но и утепленные раздевалки и прокат коньков. Здесь много детей приходят каждый день, ухаживают за этим катком, очищают и что дают за на прокат катки. Для активного досуга детей зимний период у нас организуется спортивные мероприятия. И своими силами работников юнской спортивной школы был залит каток, и у нас имеется прокат коньков. Дети удовольствием приходят, занимаются. Вот. Когда очередь за коньками ничуть не уменьшается, становится понятно. Любителей катания на коньках в Акьяре немало. Для того, чтобы прокатиться на коньках, совсем не обязательно быть мастером спорта. Поэтому любителями такого вида активного отдыха с каждым годом становится все больше хайбрунцев. Фаниля Баширова, Зуфар Алибаев, Аня Рахметова, служба новостей. На этом у нас все. Всего вам доброго и до свидания.